Дайрян Белян, Дайрян Белян. С праздником! Очень хорошо, что вы нас подпеваете. И неважно, какой мы национальности, музыка нас объединяет. Ура! Особенно нас объединяет этот замечательный дом творчества Лира. Ура! Все громко-громко! Ура, Бутово, Южная! Ура! Еще одна песня на слова Назифы Каримовой, слова Хусаина Кужалиева. «Ах, едельнэн, камушлары». Желающие танцевать могут танцевать. Слова очень легкие, а мелодия так вообще танцевальная. «Ах, едельнэн, камушлары, эй, дегэс дэслар». Мастера и петь, и танцевать, и работать, и веселиться. Ну, а наше выступление подходит к концу, и мы хотим исполнить песню, которая так называется «Одна встреча». Есть такая татарская поговорка «Беркуришу узе бергумер», что в переводе означает «Одна встреча – это целая жизнь». Так и сегодня. «Беркуришу узе бергумер». Дайрям блян! Нурия Мухамеджанова. И я, Наиля Фатехова, прощаемся с вами, вместе с вами, поем эту замечательную песню на слова Назифы
Каримовой. Айда, гайс! Большой, огромный вам привет. Да, на самом деле, вот он завтра возвращается с отдыха из Турции. Но 4 ноября в Москве у нас будет концерт в Лихановском конгресс-холле. И там он обязательно будет вести и петь вместе со мной. И у нас уже был опыт, Анвар Умарович, можно вас? Вот замечательный организатор сегодняшнего, один из организаторов Сабантуя, наш замечательный руководитель Татарской автономии Юго-Западного округа Анвар Умарович Хусаинов. Давайте тоже поблагодарим. Вот он вел с нами концерт, и сейчас хочу, чтобы присоединился и спел песню со всеми вместе. Я Карайли Кузьмя. Смотри мне в глаза, и будешь моим. Мы друзья, хоть мой муж здесь, но... Я мужа хорошо знаю, и составить конкуренцию Марату Башарову — это большая ответственность. Я попробую, спасибо. Да, всем. Я пошел за микрофон. Нижегородцы, поехали. Итак, поем все вместе. Я Карайли.